В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции на территории республики главой Адыгеи Муратом Кумпиловым был подписан указ о введении дополнительных ограничительных мер. В соответствии с документом в регионе приостановили работу салонов красоты, спа, массажных салонов, бань, саун и других объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан. Но некоторые специалисты маникюра и парикмахеры занялись оказанием услуг на дому, что крайне недопустимо. В данной ситуации присутствует и тактильный контакт, и отсутствие условий для создания социального дистанцирования, которое рекомендовано на весь период проведения ограничительных мероприятий, поэтому однозначно открывать салоны красоты парикмахерские нельзя. И на дом приглашать, соответственно, нельзя. Здесь какой принцип? На дому или это в салоне, это без разницы. Тактильный контакт будет что на дому, что в салоне. Поэтому приглашать, естественно, тоже нарушать режим самоизоляции ни в коем случае нельзя. Задумайтесь о своем здоровье и здоровье окружающих вас людей.